Такой каток им нравится. Специалисты исправили все недоработки ледового городка в центре поселка Южный. Замечания в период новогодних каникул барнаульцы высказывали в глобальной сети по поводу качества льда местного катка. Отдыхающие говорили о довольно глубоких ямах и сколах в нескольких местах катка. Некоторые жаловались, что падали и едва не получили серьезные травмы. Причина в том, что лед долгое время не заливали. Жители соседнего дома отказывались подать воду. Местные сотрудники заверили нас, что проблема решена. Теперь на катке на Южном ровная и гладкая поверхность. Во время снегопада, как, например, сегодня, рабочие очищают территорию. Отдельное внимание уделяют бортам. Там тоже не должно быть снега. Это делают для того, чтобы каток вместил как можно больше желающих. Правда, сегодня днем ажиотажа не наблюдалось. Сейчас качество льда хорошее. Сам вчера проверял, на коньках катался. Ну, конечно, у меня не так получается кататься, но, по крайней мере, коньки лед выдерживают. Как нас заверил сегодня Александр, каток в центре Южного закроют разве что с приходом теплых весенних дней. До этого времени площадка будет открыта для горожан. Добавим, что прокат коньков здесь стоит 100 рублей за один час, если со своим инвентарем в два раза дешевле и без ограничения по времени. Такова, к слову, стоимость пользования услугами катка практически везде в Барнауле.